Добрый день, дорогие друзья, с вами Перпетум или же Александр. Сегодня я покажу вам очередной мод в очередном обзоре модов. Наш сегодняшний мод позволяет вам прыгать как настоящему кузнечику, конечно, не собственными усилиями, а с помощью всевозможных механизмов. Давайте посмотрим, как это выглядит в конце-то концов. Для этого нам понадобится поршень и, собственно, рычаг. Делается-то так. Оп! Полетели! Проведем еще раз эксперимент, опустимся, оп, полетели. Собственно, в чем суть этого мода? Суть мода в том, что он немного улучшает физику Майнкрафта. Дело в том, что когда поршень выскакивает довольно резко, он действительно должен подкидывать либо предметы, либо игрока. Но ничего этого не происходило, поршень просто поднимал игрока, а должно быть все вот так. Хоп, и полетели. Хоп. И полетели. Просто он улучшает обычный поршень, повседневный поршень, который мы привыкли использовать. Но тут есть несколько своих подводных камней, давайте их рассмотрим. Если мы поставим на наш обычный поршень блок, станем на этот блок, нажмем рычаг, нас подкинет. Но этот мод, к сожалению, не распространяется на моды, на поршни с липкими нанесениями на поверхность всяких там слизей. Что очень печально, этот мод лишь позволяет улучшить обычный поршень. Я не знаю, почему руки автора не добрались до этого поршня со слизью. Можно было бы придумывать просто гениальные ловушки, но пока приходится довольствоваться этим. Хотя даже используя эту возможность, мы можем... Смотрите, даже если я запрыгну наверх, он меня не подкинет. Хотя даже используя этот обычный поршень, можно придумать целое множество невероятных ловушек. Я даже попытался некоторые из них воплотить в жизнь, вот тут вот. Но, к сожалению, ничего дельного у меня не вышло. У меня получилась какая-то гадость, но не об этом речь сейчас. То есть, если проявите воображение и фантазию, у вас получатся невероятно крутые ловушки. Также можно использовать это и для себя, чтобы улучшить свою жизнь в Майнкрафт, делать всевозможные лифты и прочие глупости. В чем же фишка еще этого мода? Этот мод подкидывает не только игрока, но также и предметы, выкинутые из инвентаря. Как вот сейчас... Нет, не так это должно выглядеть, должно быть вот так. Я сейчас выкинул свои повторители из инвентаря, и теперь я смогу их подкинуть таким вот образом. Оп, они и полетели в небо, и вернулись обратно. К сожалению, обычный блок опять же подкинуть нельзя. Он просто сдвигается, как и обычно, как и должен сдвигаться. Это очень печально, но тем не менее, надеюсь... Разработчик этого мода доработает его, и мы в итоге получим уникальный мод, который сможет разнообразить нашу деятельность в механике Майнкрафта. С вами был Перпетум или же Александр. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Если вам это не понравилось, ничего этого не делайте. И до новых встреч. Пока!